преддверии 1 сентября на дорогах города обновили разметку на 81 дорожном переходе. Отремонтировали и заменили 790 дорожных знаков. Кроме того, вдоль проезжих частей и у пешеходных переходов установлено 4000 метров барьерных ограждений. Ульяновские дружинники помогли полицейским выявить более 1200 правонарушений. В охране общественного порядка принимают участие 6 народных дружин города, общей численностью 303 человека. Добровольцы оказывают помощь сотрудникам ППС в обеспечении правопорядка при проведении массовых мероприятий, патрулировании мест массового пребывания молодежи, стадионов, парков, скверов, торгово-развлекательных центров. Около 500 метров трамвайных путей заменили на улице Радищева. В ночь на 31 августа ремонтные бригады трудились на участке от Рылеева в сторону улицы Тухачевского. Специалисты МУП «Ульяновск Электротранс» выполнили демонтаж старых и установили новые рельсы. Отсыпали основание железнодорожного полотна щебнем.